открытый акимат. В Балхаше появилась общественная приемная Open Акимат. Последний мурал. Десятое изображение рисуют в 10-м микрорайоне на фасаде дома 1А. Тест на ковид. В Балхаше открылась ПЦР-лаборатория. В Балхаше открылась ПЦР-лаборатория. Новый центр может тестировать 500 образцов биологического материала в день. На обработку анализа в среднем уходит по 5 часов. Результат можно получить в этот же день. Раньше процесс занимал от 3 до 5 дней, так как анализы отправляли в Карагандинскую лабораторию. Мы можем за день прием закладывать в аппарат или 36 проб человек, или 72 человека мы можем оплатить. Все это делается на закрытых. В церемонии открытия принял участие глава города Ораз Таурбеков. Аким отметил, что лаборатория предоставит широкие возможности для быстрого обнаружения вируса COVID-19. Общая стоимость проекта ПЦР-лаборатории составила 39 миллионов тенге. Из них 29 миллионов на медицинское оборудование спонсировала компания «Сары Казна». Через сколько испытаний проходили ваши специалисты? Я думаю, это не испытание очередное, а это, наоборот, подспорье. Вы свой профессионализм еще больше проявили. Я хочу, Павел Тимофеевич, вас поблагодарить. Вы долгожданная вот эта ПЦР-лаборатория, которую мы все ждали. Наконец-то она вот в ближайшее время сейчас заработает. И я очень рад, что в очередной раз благодарю вам. Спасибо. Спасибо большое вам. Сегодня при Центре занятости открылся сервис Open Акимат. Население может получить различные услуги по принципу единого окна. Аким города Балхаш Ораз Таурбеков лично проверил работу сервиса. Горожане могут проконсультироваться у сотрудников отдела ЖКХ, предпринимательства и сельского хозяйства, земельных отношений, а также Центра занятости. В зале установлена электронная очередь, есть уголок самообслуживания. Это поможет снять барьеры между населением и госслужащими. Площадка Open Акимат реализована в рамках проекта Сарарка Адалдагалана. Дорогие балхашцы, как вы знаете, у нас в области действует проектный офис Сарарка Адалдагалана, основная цель которого направлена на искоренение, профилактику коррупции, снижение в целом его уровня. Принцип открытости позволит нам в целом увеличить доверие со стороны населения работе государственных органов, показать открытость, прозрачность в этом направлении и, конечно, увеличить результативность, эффективность услуг государственных, которые оказывают государственные органы населению. Спасатели Балхаша вышли в рейд по озеру. Специалисты предупредили, лед в некоторых местах еще недостаточно окреп. Опасные участки вблизи камышей и торосов. В бухте Бертыс толщина покрова достигает 25 сантиметров, а в открытом озере намного меньше. Кроме того, спасатели предупреждают, что выезжать на лед на транспорте запрещено. Соблюдение техники безопасности на лед. Здесь, в принципе, лед толстый. Рыбакам рассказали, что при выходе на водоем нужно следовать проложенным тропам, а при их отсутствии убедиться в прочности льда. Безопасным для перехода является покров зеленоватым оттенком. При себе необходимо иметь спасательные средства и обязательно предупредить родных о своем местонахождении и времени возвращения домой. Так как лед сейчас в бухте Бирты стабильный, получается от 20 до 25 сантиметров, который позволяет свободно без риска для жизни находится на льду. А дальше за бухтой толщина от 10, от 5 до 20 состоит сейчас на сегодняшний день. Есть где торосы, где камыши, лед тонкий, поэтому в этих местах небезопасно находиться. Больше 30 нуждающихся семей получили одежду в Центре поддержки семьи «Шанрак». За два дня благотворительной акции около 500 вещей обрели вторую жизнь. Работники центра принимали их от жителей и раздавали нуждающимся уже во второй раз. Такие акции будут проходить ежемесячно. Из всего ассортимента самыми востребованными стали предметы быта, постельное белье, полотенце, а также одежда и обувь. Пришедшие женщины имели возможность выбрать и взять то, что им необходимо в неограниченном количестве. Напомним, каждый желающий может принести в Шанрак зимние вещи и обувь. Одежда должна быть чистой и в хорошем состоянии. Наша акция будет повторяться ежемесячно. Хочется помочь каждому, кто в этом нуждается. У кого дома есть вещи, которые не нужны, приносите. Наш адрес Мира 12, а телефон 420 33.
Последний мурал из запланированных рисуют в Балхаше. 10-е изображение появится на фасаде дома номер 1А в 10-м микрорайоне. В этот раз настенный рисунок посвящен металлургам и их труду. А вверху мурала будет изображен завод и надпись «Покорители огня и металла». Работы завершатся через 3 дня. В этот раз мы потратили в 2 раза больше краски, и мы использовали аэрозольную краску. Это связано с качеством стен. Мы не делаем акцент на портретах. Мы хотим больше указать процесс обработки меди. На верхушке будет изображен завод и надпись. Сегодня Всемирный день футбола. Известно, что во многих странах мира этот вид спорта считается самым популярным по числу игроков и зрителей. 17-летний Андрей Сеглов – футболист с 5-летним стажем. Парень – студент 3-го курса Балхашского гуманитарно-технического колледжа. Футбол – его хобби. Я занимаюсь футболом уже 5 лет. Сначала играл в младшей команде, сейчас попал в старшую команду. Сейчас мы играем в Карагандинской области в Суперлиге. Также есть индивидуальные награды лучшему защитнику. Всегда люблю играть в футбол. Это для меня удовольствие получаю от футбола. 56-летний Серкпол Бектурганов уже 14 лет тренирует молодых футболистов. В этом году он получил почетную награду «Лучший тренер». Его воспитанники были в числе призеров областных и республиканских соревнований. Некоторые стали профессиональными игроками именитых команд. В этом году 6 мальчишек наших стали бронзовыми призерами первенства Казахстана. Также наши воспитанники, это Битусупов Дамир, играет в алматинском Кайрате, Аханов Адиль в карагандинском Шахтере. Также наши ребята учатся в академии «Алаш» города Алматы и в футбольном центре «Шахтер Караганда». Футбольную команду набирает от 7 до 18 лет. На данный момент в Балхаше играют 9 групп. Доказано, что футбол укрепляет иммунитет, уменьшает вероятность заболеваний сердца и сосудов, улучшает кровообращение. В организм поступает кислород и стабилизируется обмен веществ. Жительница Балхаша стала призером международного конкурса. Ученица школы искусств Амина Дельгожина участвовала в соревновании исполнителей на духовых и ударных инструментах в Москве. Отборочный тур проходил в Нур-Султане в ноябре, где она заняла 1-е место. Это дало возможность участвовать в следующем этапе. В Москве участница из Балхаша заняла 2-е место. В конкурсе приняли участие около 40 музыкантов из России и Казахстана. Амина Дельгожина играет на флейте больше 4 лет. Участников оценивали представители жюри со всей Российской Федерации. Я играла интермеццо Андерсена и вальс Юрия Николаевича Должикова «Память о Париже».